Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 261 из учебника «Математика 6 класс» Виленкин Джохов. Давай откроем учебник и прочтем с тобой условия задания. Умножьте числитель и знаменатель дроби на определенное число. И даны нам дроби и числа, на которые нужно их умножить. Чтобы уметь умножать, понимать, зачем это делается, нужно знать теорию по теме сокращения дробей. Кто не узнает, не умеет сокращать, не понимает, как это делается, посмотри видео с небольшое видео с теорией по этой теме, перейдя по ссылке в описании под этим видео, и тебе все станет понятно. Для тех, кто, как, так сказать, умеет, практикует, да, знает, переходим сразу к нашим дробям. Итак, первая дробь, 2 седьмых, нужно умножить числитель и знаменатель на 7. Умножаем 2 на 7 и 7 на 7. В итоге у нас получается 14,49. То есть 2 седьмых равняется 14,49. Б, 5 атых на 4. То есть в знаменателе у нас стоит число, буква А. 5 на 4 и А на 4. Умножаем. Получается 24 атых. Да? Не знаю, как правильно назвать. Можно сказать 20 разделить на 4. А, в принципе, так тоже можно сказать, но дробью это записано. Да? Следующее В это 2n девятых на 8. 2n умножаем на 8 и 9 на 8. То есть мы 2 умножаем на 8, это 16. N мы просто приписываем. И в знаменателе у нас 72. И последняя дробь 3х на 5у и надо умножить на 2. 3 на 2 это 6х приписываем, да, и 5 на 2 это 10, и у тоже мы приписываем. Вот и все на этом, в принципе, задание мы все решили. Легко и просто. Перейдя по ссылке в описании на наш сайт, ты тоже можешь решить самостоятельно очень похожее простое задание. Но получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.